Останки мамонта нашли в Северном Казахстане. Огромные кости обнаружил пастух недалеко от села Зеленый Гай Тайшинского района. Они лежали в глубоком овраге. Весной его изрядно размыло паводком. Анвар Кабыльжапаров в этом месте обычно пас баранов. О своей находке сельчанин сообщил специалистам, позвонил в музей Кокшетау и Петропавловска. После детального изучения археологи подтвердили, это останки мамонта, жившего здесь 10 тысяч лет назад. Кстати, в последний раз кости древних животных североказахстанцы находили в 2009 году. Тогда фрагменты мамонта обнаружили около аула Бесколь Кызылжарского района. Находка действительно интересная. Она позволяет расширить ареал обитания мамонта на нашей территории. На глубине где-то 10-12 метров паводковые воды размыли костные останки этого доисторического хоботного. Фрагменты костей достаточно не очень хорошего, скажем так, состояния, потому что поработал ветер, поработало солнце, поработала вода. Мамонты были последними хоботными на территории нашего края. Они были современниками оледенения.